Десятилетиями наши лидеры вдохновлялись успехами предшественников. В 2001 году две политические фигуры заявили о себе. Я знаю, что ты втыкаешь на диване, на этом липком вонючем диване. Возьми трубку. Конкретно встряхнув систему. Нужно поговорить. Встречаемся через 20 минут. Фильм основан на реальных событиях. Наш взгляд на будущее изменился кардинально. Макайвер, ни один здравомыслящий человек не выставит свою кандидатуру против него, а я попробую. А ничего, что у тебя нет опыта в политике. Ты мне поможешь. Ведь тебя из-за этого уволили. Вот он, видишь? Ключ к моей победе на выборах. Монорельс, вы готовы поддержать кампанию по борьбе с пробками? Криса порвут еще на этапе праймерис. Зачем ты ввязался? Если Грант прорвется через праймерис, люди будут готовы заплатить. Пиджак есть? И галстук? Грант предлагает иной подход. Когда Макайвер говорит о Монорельсе, на самом деле мы слышим звук спускаемого унитаза. Главная новость. Двое молодых ребят пытаются решить проблему транспорта в Сиэтле. Это же он! У нас реальные проблемы. Джейсон Бикс. Мы не можем вас поддержать. Джоэл Дэвид Мур, ваш избирательный участок. Лорен Эмброуз, я так люблю наш город, что набил его герб у себя на руке. Хобби Смолдерс, Макайвер заливает про комитеты, которые одобряют другие комитеты. Седрик Энтертейнер, есть такой политик, Гудвин Могучий Ужасный, если помните сказку. Не поняла. В этом году народ любит простых парней, людям нравится, когда они побеждают. Ты должен это увидеть. Отдайте свой голос. Потому что самое главное — это люди. Люди и их желания. И мы пробьемся через все. Через бетон, через асфальт и через ложь. За народ. А что будет, если мы победим? Результаты голосования этим летом.